Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки в Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет. Много интересного именно для здоровья. Итак, поехали. Озон, я вам уже показывала с распродажи кофту, штанишки. Вот заказала еще 3 кофты, одну из них выбрала. Достаточно, все. Очень классная тоже тепленькая толстовка. Это вот этот вот магазин Диванетта. Я посмотрела, у них еще есть там что-то, но уже, конечно, не по 100-200 рублей, как было. Все самое дешевое практически разобрали. А, такая вот тепленькая, с начесом, наверное, как этот правильный материал называется. Классненькая, смотрится тоже супер. А, в Дзене уже девочкам показала, как она на Крис смотрит. Точнее, покажу. Сейчас этикеточку беру, покажу. Да в любом случае в Дзене все выходит как бы день в день, час в час, минута в минуту. Так, ростовка на 4 года, смотрите, я взяла вот какую. Она смотрится оверсайз, но она классная, 100% хлопок. Турция, да ну вы шутите, вот это стоило 400 рублей. Вообще офигенная, слушайте, она просто офигенная. Здесь внизу вот такая резиночка, что тоже классно. Рукавчики вот такие, она поярче, чем вам камера передает, такая желтенькая. Цеплячий такой цвет. Сзади ничего нету на этой толстовочке. Ну, в общем, мне понравилось. Очень классно, прям вообще супер. Девчонки, еще одна интересная покупочка с Wildberries. Это Bud. Bud Inositol называется. От бренда Vita People. У них очень приемлемые цены, поэтому выбор пал именно на этот бренд. Ну и отзывы хорошие. Сейчас осенью возобновляю прием БАДов, курсами. Летом практически ничего не пила, потому что лето это отдельная жизнь. С приходом осени прям достала себе баночки, разложила, поставила витаминчики себе, деткам, все пьем. Надо поддерживать свой организм. Посмотрела, что мне нужно. Я вот по ощущениям, да, как бы я сама медик, я знаю, что мне нужно, чего я хочу. Попался он мне на Wildberries, почитала отзывы, полезла в интернет, почитала, что такое инозитол. И на самом деле оказалось уникальным достаточно компонентом. Он может поступать в пищу с растительными продуктами, с животными, но этого недостаточно, конечно. На самом деле очень крутой БАД. Инозитол очень крутое вещество, которое вообще способна, мне кажется, делать все абсолютно. Улучшает сон. При каких-то психических заболеваниях применяется. Способна улучшать настроение, если есть какие-то депрессивные расстройства и так далее. Если есть панические атаки. Читала отзывы на Wildberries. Прям вот люди очень хвалят. Регулирует не только сон, но и поддерживает настроение. То есть вот я могу сказать так. Я пью его 10 дней. Практически, да, на 10, даже уже 11. Что заметила? Я сплю хорошо, я высыпаюсь за более короткое время, потом сейчас приходится вставать рано, школа началась. Я как-то соображаю лучше и не кричу. Не кричу, не ругаюсь, как-то вот все сходит на нет. Настроение, в общем, нормальное, несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись с началом учебного года. Их, поверьте, было очень много. В нашем классе, наверное, так всегда. У нас здесь, смотрите, вот, да, избавление от депрессивного состояния, улучшение сна, нормализует уровень холестерина, да. Я почитала в интернете, были экспериментные группы, на которых проводились эксперименты, назовем это так, да, с участием именно инозитола. И помимо снижения уровня холестерина, еще можно даже от него похудеть. Почитала, да, на самом деле, да. Очень интересно, буду пить дальше, буду вас держать в курсе. Смотрите, здесь 2 капсулы в день, у нас 180 капсул, то есть курс на 3 месяца, я вам их сейчас покажу. Они практически никакого запаха не имеют, а выглядят вот так, как обычные капсулки, пьются легко, все в этом плане отлично, все в этом плане нормально. Смотрите, покажу вам информацию. Биологически активная добавка к пище, условия, состав. Смотрите, изотинол, его еще по-другому называют витамин В8. По-другому вот его называют, да. Фолиевая кислота, которая здесь не только чистый изотинол, здесь есть еще фолиевая кислота. Фолиевая кислота, ее, кто был беременный, знает, ее часто прописывают во время беременности. Но вообще женщинам, особенно после 30, ее лучше пить на регулярной основе. Для поддержания гормонального уровня нормального, для всего женского здоровья. Это очень-очень полезно. Ну, вот. И все, в принципе, больше тут ничего нет. Аскорбиночка еще и глюкозка. Вот изготовитель, юридический адрес. Это у нас с вами Франция. Производство тоже Франция. Импортер. В общем, вот так. Так, и дозировка. Смотрите, тут какая. Кому интересно, кто пил изотинол, обязательно расскажите, как вам. Взрослым во время еды по одной капсуле 2 раза в день я пью завтрак и в ужин. Продолжительность приема 1-2 месяца. То есть 2 месяца попить можно. Можно полтора, в принципе, попить. Сделать перерыв. А можно через месяц где-то повторить. Возможно, повторный прием в течение года. Через месяц, через два можно повторить.
Так, противопоказания, индивидуальная непереносимость, но это как и все, в принципе, как и все БАДы. Беременность является тоже противопоказанием, кормлением грудью. И вот содержание стенола 1200 мг и 400 мг фолиевой кислоты, это очень хорошая дозировка, прям вот просто отличная. Вообще вещь на самом деле уникальная. В отзывах почитала в интернете тоже, что помогает от артериального давления, нормализует, то есть его повышенное или пониженное, неважно, нормализует, оно приходит в норму, может снижать сахар в крови. Про холестерин я вам уже сказала. Про жировые отложения тоже, кстати. Улучшает состояние волос, кожи, ногтей. А еще влияет на репродуктивную систему, не только женскую, но и мужскую. Если, допустим, у вас какие-то проблемы с зачатием, то и вам, и мужчине очень хорошо пропить вот изотинол именно курсом. Останавливает менструальный цикл и даже процесс овуляции, представляете, на 62%. На 62% это достаточно много, это очень круто. Играет важную роль в восстановлении функции яичников и созревании яйцеклетки. И то есть вероятность наступления беременности увеличивается в разы. Вообще классный, прикольный препарат. Буду пить. И вам обязательно потом в пустых баночках расскажу. Поделюсь своим отзывом, своим опытом. А кто уже пил и затянул, тоже обязательно напишите. Ссылку, как всегда, тоже оставляю всегда в инфобоксе. Купочка Яндекс.Маркет – это зонт. Зонт Крестюшки. Потому что все свои зонты она поломала. Она любит с ними играть дома. Мне понравилось, что, во-первых, он пришел в коробке. Я ее сразу оставила на Яндекс.Маркете. Не люблю такие вещи нести. То есть такая длинная коробочка. А внутри был пакетик. Представляете, вот такой вот прям узенький, с ручками красивый пакетик именно под зонт. Представляете, как здорово. Вообще классно. За такие смешные деньги, слушайте, девчонки, вообще... Меньше 200 рублей, по-моему. Ну, копейки. Вообще копейки. Вот в таком пакетике. И ручка даже в пупырке, чтобы не повредили. Такой достаточно красивый мимимишный зонтик. Это, наверное, бренд. Вообще, доставка Яндекс.Маркет очень радует. Они прям вот со склада все очень хорошо упаковывают. Так, сейчас я вам открою, покажу. Он здесь на липучке. Видите, с такой вот каемочкой красивой по краям. Такая прелесть. В принципе, этот зонт даже и Ксюшке подойдет. У него достаточно большой размер. Здесь такой один рисуночек, зайчик. И все. Такой красивый, сиреневый, добротный. Вы знаете, сделан так хорошо, плотненько все. Обычный, не автомат. Вот такой зонтик, трость. Я больше трости, если честно, люблю. Вот эти, которые автоматы, которые мне попадались, они все какие-то хлипенькие. То есть размер такой приличный. Не делай его синим, камера. Он сиреневый. В общем, хороший зонтик. Мне очень понравился. Что, кстати, хочу сказать по Яндекс.Маркету. Вот сейчас, в последнее время, буквально последние там пару месяцев, у них начались очень классные распродажи, акции, там, два по цене одного и так далее. И они уже такие вот конкурентоспособны и могут наравне стоять с Wildberries и Озон. Поэтому, если раньше, как и я, пренебрегали этим маркетплейсом, сейчас прям рекомендую туда заглядывать, потому что... Магнитолу, вот машину покупали, облазили Wildberries, Озон, все маркетплейсы, магазины, и они везде одинаковые, да, и самую дешевую нашли вот на Яндекс.Маркете. Ну и Лапочка, там я всегда говорила вам, в основном берем часто дешевле, чем везде бывает средства, которые Крестюшки подходят из этой линейки, да. Так что сейчас там прям очень много акций интересных, очень много того, что гораздо дешевле, чем на Wildberries и на Озон. Прям вот классно, я рада, потому что у нас Яндекс.Маркет рядом, это достаточно удобно. Wildberries у нас далеко был, раньше рядом убрали. И теперь мне нравится заказывать, и там прям много акций, бывают промокоды. Я девчонкам, когда что-то интересненькое есть, скидываю в Телеграм. Вот, так что заглядывайте. Купочки Wildberries. Девчонки, взяла Ксюшке колготки в школу. Слушайте, они великолепные. Прям вот потрясающие. Гораздо лучше, чем эластичные. Это у нас ультраматовые колготки для девочек из микрофибры 50D. Вообще шикарнейшие вещи. Я буду брать еще. Взяла в ростовке 152-158. Я уже открыла, потрогала. Мне не терпелось. Они были запакованы еще в пленочку. Вот. И взяла в оттенке темно-синим, девчонки. Они просто шикарные. Вот просто. Сейчас распакую, покажу. Здесь у нас с вами во втором пакетике пчелка. Девчонками в Телеграм обсуждали, цена вопроса смешная, но якобы помогает прям от любых болей, особенно там поясница, шейный хондроз и так далее. Сейчас распакую, тоже покажу. Распаковывала колготки, обнаружила косяк. Смотрите, пошив одной ступни выполнен некачественно. То есть вот тут вот кусочек торчит наружу. Не знаю, как это будет сказываться дальше. Разойдутся, не разойдутся, но неприятно, конечно. Если бы видела, вернула. Ну, не знаю, можно так вообще на Wildberries. В общем, они вот такие темно-синие, они действительно матовые. Они безумно приятные, тактильно на ощупь. Вот у кого девчонки, прям присмотритесь. Но проверяйте колготки. 50D тянутся шикарно.
Просто шикарно. Я думаю, они должны сидеть хорошо, не сползать. Вот мне кажется, что микрофибра обладает этим свойством. Вот. Вот так хорошо передает текстуру. Сейчас передаст. Там камера только черный цвет делает, но они темно-синие. Текстура. Они классные, они очень мягкие, они суперские. Пчелка, девочки. Это такая штука интересная на самом деле. Это как фокус. Фокус сегодня вообще не хочет. Фокус. Оставляйте отзывы об опыте средств. Ну, это понятно. Там, кстати, очень много отзывов. Но я брала, по-моему, продавца, где их немного, но где подешевле. Потому что смысла переплачивать не вижу. Цена вопроса там 200 с небольшим рублей. Тут в комплекте есть подробная инструкция. Все, как делать. Я уже на сайте читала. Наклейки какие-то китайские прислали. Слушайте, Камасутра, что ли? А, нет, как делать. Смешно, смешно. Это инструкция. Так. А, в общем, как это все дело выглядит? Это вот такой пузырек, я посмотрела, там есть какая-то зеленая, есть без пчелки, растирка, иглы, иглы пчелы, как-то, ну, в общем, как-то так называется, жалит пчела. Кто пробовал, обязательно дайте отзыв. Девочки в Телеграм написали, что прям помазали и вообще все very good. Здесь действительно плавает пчела. И вот так вот выглядит этот бальзам. Я видела отзывы у некоторых продавцов, что это йод разбавленный. Я поэтому хочу понюхать. Тут есть крышка. Сейчас я ее вытащу, понюхаю. Вытащила, понюхала. Это вообще крышка дозатор была, чтобы по капелькам дозировать. Сейчас обратно воткну. А, нет, йодом не пахнет, по крайней мере, мой. Но спиртиком попахивает. В общем, это какая-то настойка. И когда прикладываешь к месту, которое болит, прям несколько капелек начинает, как будто колоть укус. Причем достаточно сильно многие пишут. А у кого-то никакого эффекта по отзывам. В общем, буду пробовать. Обязательно вам напишу. Прям сегодня хочу попробовать на поясницу. Интересный продукт. Если будет что-то интересное, обязательно расскажу. Так, девчонки, что касается пчелки. Рассказываю. Попробовала и так, и сяк. Вообще вещь интересная. И если делать не по инструкции, неправильно, то результата никакого не будет. На самом деле, вот как писали в отзывах, в общем, там есть дозатор. Капаем на ладошку пару капелек буквально. Я сначала попробовала на пояснице. А если просто помазать вот этим вот средством больное место, ничего не будет. Вот надо делать именно так. Не знаю, почему и как это работает. Вообще какая-то магия. Вот. Капаем пару капелек на ладошку, прикладываем к пояснице и держим секунд 5-10, пока не начнет покалывать. А покалывает там, мама, не горюй. А как начинает покалывать, все, ладошку убираем. У меня где-то, ну, 5-10 секунд в среднем все это дело происходит. Прям вот начинает покалывать, жечь, и место это краснеет. Если просто вот берем на руку, да, или сразу капаем там на больное место и растираем, нет такого эффекта. Не знаю почему. Причем я делала потом на ступнях, сейчас расскажу. Когда делала на спине, у меня ладошку вообще не кололо. То есть на ладони, по сути, вот это средство, но ладонь не покраснела, ее вообще не кололо. А покалывание проходит через 10, 15, 20 секунд. То есть вот так самое большое 20 секунд. Все. И потом это место немножко покраснело, краснота тоже быстро проходит. Если переборщить, в принципе, может быть даже ожог, потому что в отзывах вы бы читала, что бывает и такое. А сегодня попробовала на ступнях. Ноги болят, у меня начинающиеся плоскостопие, наверное, вот именно ступни. Попробовала прикладывать. А не очень ощущается на ступнях, все-таки там кожа-то такая ороговевшая, толстая достаточно, несмотря на то, что там мы делаем всякие процедуры там. А вот на внешней поверхности ступни над пальчиками пекло очень хорошо. Опять несколько капелек на ладошку, ладонь прижала и держу, пока не начинает жечь. Начинает жечь, убираю, и вот секунд 15 где-то жжет, потом проходит немножко покраснение. Сейчас вот уже все сошло практически, чуть-чуть осталось. Но в целом хочу сказать, что облегчение на ступнях я почувствовала. На пояснице нет. Но у меня перелом позвоночника, он постоянно пояснице так тянет. Я сделала только один раз. Надо попробовать вот на ежедневной основе проделать курсом, посмотреть, что будет. Кто эту пчелу пробовал, ждем отзыв. Вообще, на самом деле, очень интересно. Так что вот так. Ну и на этом все. Мои хорошие, надеюсь, вам было полезно и интересно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую, всем пока-пока.